В медицинском центре «Консультант» проведены первые в Тульской области операции при аденоме простаты с использованием гольмиевого лазера. Методика позволяет удалять даже крупные аденомы безопасно с минимальным количеством осложнений. Это одна из новых и самых лучших операций для такой патологии, которая позволяет избавить практически полностью пациента от такого заболевания. Лазерная операция имеет мало противопоказаний и легко переносится. Удаление аденомы простаты лазером происходит без внешних разрезов при помощи эндоскопических инструментов. В зависимости от объема простаты операция занимает 1-2 часа. Эта операция малотравматичная, но она радикальная. То есть она избавляет пациента от аденомы предстательной железы, ну она же гиперплазия предстательной железы, полностью радикально. Восстановление мочеиспускания после лазерной операции происходит быстрее, чем после традиционных. Операция, что важно, позволяет сохранить эректильную функцию. Риск рецидива после такой операции не превышает 2%. Убирает лишнюю травму. Травма остается, но она минимальная. Пациент может выписаться зачастую либо в день, либо на следующий день после операции. Риск таких осложнений, как стриктура мочеиспускательного канала, недержание мочи при этой операции тоже минимальное. Удаление аденомы при помощи гольмиевого лазера – это наиболее прогрессивный метод хирургического лечения аденома простаты. Теперь он доступен и туликам. Алексей Еремин, Дмитрий Бочаров, Вести Тула.